Возраст. Понятие интересное. Молодым хочется стать старшим, пожилым хочется стать моложе. Но давайте посмотрим основной контингент, который нуждается в установке имплантатов. Как правило, люди, которым не 15, не 20 лет. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, кому повезет. Это все время, когда можно и нужно устанавливать имплантаты при отсутствии определенных противопоказаний. Меняются сроки заживления, меняются подходы к протезированию при установке имплантатов. Но вопрос, можно ли ставить в имплантат в 20 лет и в 90 лет, ответ остается неизменным. Можно. Меняется протокол лечения, но ставить имплантаты можно. Нужно отметить, что срок установки имплантатов минимальный существует. Для мальчиков это 18 лет, для девушек это 21 год. Раньше ставить имплантаты не рекомендуют. Но крайнего срока по возрасту не существует.